Вечер памяти Виктора Цоя на РЕН-ТВ. Ровно 25 лет назад трагически оборвалась жизнь лидера группы кино Виктора Цоя. 15 августа телеканал РЕН-ТВ посвятив талантливому музыканту сразу несколько программ. В 22:15 состоится премьера документального фильма «Виктор Цой. Рождение легенды», где друзья и поклонники певца впервые за 10 лет расскажут, как группа кино смогла стать не только культурным феноменом перестройки, но и голосом целого поколения. В фильме зрители ждут эксклюзивные интервью. Своими воспоминаниями поделится телеведущий Владимир Познер и Дмитрий Дебров, певица Джоанна Стингрей, музыкант и звукорежиссер Алексей Вишня и участники культовой группы. Далее эстафету «Вечера памяти Цоя» на РЕН-ТВ примут фильмы «Игла» и «Асса», а после полуночи покажут трансляцию легендарного концерта Цоя в Олимпийском. Белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле.